Пандемия коронавируса отразилась на многих сферах жизни россиян. В первую очередь пострадал малый бизнес. Предприниматели несут огромные убытки. Как помочь им, говорили на заседании оперативного штаба по экономическим вопросам. В числе самых пострадавших предприятия общепита, сферы услуг и торгово-развлекательные центры. Для них предусмотрены меры поддержки как на федеральном, так и региональном уровне. Для субъектов малого и среднего предпринимательства снижены налоги до минимальных значений по специальным режимам налогообложения. Освобождены субъекты хозяйственной деятельности от оплаты арендных платежей на имущество государственной собственности и за аренду земли, которая находится в государственной собственности. Бизнесмены могут обращаться за микрозаймами и реструктуризацией кредитов. Некоторые уже воспользовались субсидиями на зарплату сотрудникам в размере МРОТ. Поступило 22 103 заявления, из них одобрено свыше 17 тысяч. Сегодня это затронуло свыше 30 тысяч работников. Будут получены 461 миллион рублей, на 15 часов выплаты составят 369 миллионов рублей. Еще одна мера поддержки, которая помогает в эти дни предпринимателям удержаться на плаву – льготный кредит по 2%. В Сбербанк поступило действительно очень много заявок. Почти 1500 заявок рассматривалось, и количество работающих мест на этих предприятиях почти 26 тысяч. Значит, совокупная сумма заявок 2 миллиарда 400 миллионов рублей. 445 организаций уже подписали кредитные договоры. Республика приняла решение о докапитализации гарантийных фондов и микрофинансовых организаций. Из всех источников туда будет направлено 1 миллиард 200 миллионов рублей. На сегодня первое соглашение с Минэкономразвития подписано. Власти республики мониторят ситуацию на предприятиях и помогают им войти в федеральный перечень системообразующих, чтобы получить федеральную поддержку. Главная задача – как можно скорее вернуться на исходные позиции, а потом и к росту. Рифат Фаткулин, Андрей Спиридонов, Республика.